общий совет, который, в общем, касается всех. Полезно есть регулярно употреблять свежие овощи и фрукты, особенно зелень, и салаты, капусты всякие. Вот это нужно обязательно употреблять. Поменьше есть соленого, опять-таки, да? Надо исповедовать простой принцип всего и понемногу. Не надо чем-то злоупотреблять. То же самое касается моды последнего времени пить много жидкости, пить много воды. Здесь вопрос такой, то есть это совершенно не всегда оправданно. Человек должен пить столько жидкости, сколько нужно для того, чтобы покрывать свои суточные потребности. Лишняя жидкость не нужна, потому что она либо будет задерживаться в организме, либо будет перегружать почки. И в конечном итоге это тоже не здорово. Поэтому человек должен пить в зависимости от того, есть ли у него физическая активность, много ли он жидкости теряет с потом, какое время года на дворе. Летом пить надо больше, понятное дело, по-любому. Зимой надо пить меньше. Сколько конкретно пить каждому человеку, это ведь здесь нельзя дать общий совет, потому что один человек может весить 50 килограмм, а другой 120. И у них, естественно, разные потребности в жидкости. Вот, поэтому здесь легко посмотреть, легко найти в интернете, есть полно информации. Средневозрастные потребности человека в жидкости, как правило, они находятся в пределах 2 литров жидкости в сутки.